невероятном финале. Со счетом 3-2 переигрывают Ньюби. И становятся первыми в истории чемпионами эпицентра. Боже, какой это был финал. Какой это был турнир. И сейчас Ликвиды выйдут. Они пойдут пожимать руки своим соперникам по финалу. И после этого состоится маленькая, но очень эффектная церемония закрытия. Не уходите. Ваши аплодисменты. Team Liquid идут пожимать руки своим соперникам. Вот он, Джеракс первый, Фата за ним. Команда Ньюби, которая проиграла турнир, но, я думаю, не потеряла вашей симпатии. Поаплодируйте им тоже. Ньюби молодцы. Ньюби красавцы. Ну что же, Liquid подходят сейчас обратно к своей кабинке. И буквально через несколько секунд начнется церемония закрытия и церемония награждения победителей этого турнира. Команда Liquid. Смотрим. Ну что же, еще раз громче, чемпионы эпицентра, Team Liquid! Those guys just won $250,000. И для вручения чека чемпионам эпицентра я бы хотел пригласить на сцену основателя eSports Holding, человека и компании, благодаря которой этот турнир стал возможным. Давайте поприветствуем. Вы знаете, кто это, да? Давайте поприветствуем Антона Черепенникова на этой сцене. Please welcome the CEO of eSports Holding, Антон Черепенников. Всем привет! Мы это сделали! Спасибо вам всем! Спасибо зрителям, которые были с нами эти 4 дня. Спасибо большое команде, которая работала над этим турниром, которая сделала этот праздник. Спасибо большое партнерам, которые помогли нам создать этот турнир. И, конечно же, спасибо большое командам за красивую игру. Я уверен теперь, что это только начало. И теперь... И в Москве будут еще турниры. А теперь мы вручаем чек на $250,000 команде-победителю. Она это заслужила. Поздравляю. $250,000 for Team Liquid. Давайте, последний раз, так, чтобы это не забылось. И никогда они выиграли первый турнир в этом составе. И этот турнир — это эпицентр. Они этого не забудут никогда. И под этот шум мы всех поздравляем с окончанием турнира и прощаемся с вами до следующих встреч. А я передаю слово Ивану. Через несколько секунд он будет закрывать этот турнир окончательно. Всем спасибо!